Это Черкизово, Сапсан-Арена, тур номер 14, родина Акрон. Кажется, еще никогда не было в истории первой лиги, чтобы матч задерживали на 41 минуту. Типа не по цвету формы, она жесткая еще. Толкнула, готовит удар, это опасный мяч, рядышком со штанга прилетает. We'll start to win many matches because I look 70-75 minutes really good about our team. Да, в первую очередь хотел бы сказать, что для меня я этот матч запомню, свой дебют в первом дивизионе на всю жизнь, потому что произошло, кажется, все, что могло произойти. Но в первую очередь хотелось бы отметить свою команду. У меня нет никаких вопросов к самоотдаче моей команды.
70 минут команда играла очень хорошо, именно так, как наш тренерский штаб требовал. И да, последние 15 минут, может быть, чуть снизилась наша интенсивность, наша агрессия, но 70 минут были очень хорошего футбола. И я думаю, что это именно тот путь, то направление, которое приведет нас к победам. Поэтому сегодня тяжелый результат, но это тоже результат и пища для размышлений для нас. The both teams of the group, United and second team of Rodina, we lost our first match. И единственное сходство, которое я могу сказать, то что как в Dubai United, так и здесь первая игра была проиграна. And both teams promote after this first match losing. И после этого команда повысилась в дивизионе.